Цветаю яблоки рощи, падали донаты рекой. Выходил я в ламоду за обувью крутой. А сколько я задонатил, скажи, пожалуйста. Только не игнорь, дедушка, прям сейчас глянь, пожалуйста, а очень хочется знать. Так, давай не будем считать то, что уже утеряно. Точнее, потрачено с пользой. Давай не будем, а? Это, Джедмик, ты задонатил... Я не буду говорить сколько, но скажу вкратце. Ты задонатил раз в 100 меньше дуба-дуба. Так что если так даже подумать, то дуба-дуб практически мой бог. Ты рыжий говна. Теперь мне любопытно, сколько я намомонтил. Отвечай. Ага, мне кажется, в этом деле ты драх, тебя дуба-дуб переплюнул твой братик. Да. Тидрах, ты задонатил меньше дуба-дуба. Так, сейчас скажу во сколько раз. В 5 раз. Да. То есть ты слабее его гораздо. Дуба-дуб мощный вообще юнит. Заячья книник в дальнейшее не Катя Сергеева. Я же тебе с него донатил. А, Катя Сергеева не считается. То Катя мне донатила. Понял. Все. Речь шла о бате. Да то Катя. Катя Сергеева. Ну так, раз Катя Сергеева задонатила меньше раз в 10, чем батя Ник. Да. И как ты после этого смеешь попускать дуба-дубика? Так я ж его вообще-то не попускаю, а любя его попускаю нежно. А сколько задонатил Трич? Ах да, нисколько. Это были его фейки. Подождите, пасеки, я что-то заблудишку поймал. Я только могу показать, кто задонатил. Сама больше мне. Сейчас. Только быстро. Смотрим и все. Опа. На второе место смотрим. Второе место Менструя. А третье место Юсик. Да. На первое место вот такое, смотри. Рамзан, покажи ей этого. Заткнись. Дед, а как ты относишься к тому, что Трич ворует все твои секретки? Да он пидор, блядь. Но дуба-дуб выигрывает по донатам Ромочку, батю, Вайтбуля, уборщика Путина, Харплау, Гладиолус. А, сейчас скажу, Гладиолус. Гладиолуса. Сейчас. Гладиолуса выиграет Гладианус. Гладианус перещеголял его по силе своей мощности. Да. Гладианус оказался сильнее Гладиолуса. У Гладиалус такой тоже есть. Он донатит постоянно. Гладиолус обогнал. Гладиолус, значит, на пятом месте по донатам, да. Гладиолус так же самое. Немножко больше, прям немножко Гладиолус. И дуба-дуб. Они почти рядом. Братики. Да, прям вообще там.
Ну да, Тубадуб возле Гладиолуса прям находится, там разница вообще небольшая. То есть получается Тубадуб топ-донатер официально. Это за все время. Нет, Тубадуб, я тебе не скажу. Ты просто когда увидишь эту сумму, ты перестанешь донатить. Дубик думал, что он по чуть-чуть, по 3 евро закидывает, а оказалось, что он кучу денег протратил. Он не потратил, он сделал доброе дело. Добро, добро душевное ему воздастся. Он сделал добрый вклад в хорошее дело. Я Лоле возвращал 150 евро. Ясно. Так что-то не считает. А, не, не возвращал. Я как раз тогда на мотоблок потратить уже успел заказ оформить. Денег не было, точно. Сраку ей. О боже. Вот я захожу тебя смотреть, чтоб было лучше настроение. Считай, как за входной билет плачу. Ну и поддержать тебя всегда приятно. Я знаю, что ты это ценишь. Ты что, дурак, что ли? Лысый, ты дурак, что ли? Капец, блин, да ты Тубадуба уже обманал, бля, там, блин. Дубик 50 евро за стрим. Примерно 2 стрима в неделю. Примерно 100 стримов в год. 400 за 4 года. Итого 20к евро за 4 года. Да нет, брат. Чел ты, братиш? Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть.